Только переболев, понимаешь, что самое ценное – это здоровье, а самые важные люди – те, которые помогают его сохранить. Спасибо, что не оставили, что всегда были рядом в любое время суток. Спасибо за ваш труд. Спасибо каждому, кто работает сегодня в больницах. Не только за уход и заботу, но и за добрые слова, сказанные в нужный момент. Спасибо, что были рядом до конца, даже когда мы уже победили болезнь. Спасибо за неравнодушие. За ваши чуткие сердца, за веру своих пациентов, за работу без выходных и праздников. Благодарим вас от души. Пусть ваши трудовые подвиги остаются в истории. Впереди будет счастливая жизнь. Крепкого здоровья вам и вашим близким. Уважаемые друзья, поздравляю с Днем медицинского работника. Мы и раньше знали, кто такие медицинские работники. Мы и раньше докторов уважали. Мы и раньше любили. А после этой пандемии все врачи и докторов стали не только любить и ценить, а буквально носить их на руках и сдувать пылинки. Потому что то, что вы делаете для людей, оно неоценимо было и раньше. Но не все это оценивали в должной степени. И очень рад, что медицинский центр Евразия присоединился к группе ERG. И очень рад, что вы, все те, кто думает о здоровье всех наших сотрудников, сегодня с нами. Я вас поздравляю с вашим замечательным профессиональным праздником. И желаю вам, что самое главное для врачей, здоровье. Чтобы вы сами были здоровы, чтобы вы несли здоровье всем окружающим, чтобы вы радовались жизни, чтобы вы радовали всех вокруг. Поздравляю вас, дорогие друзья!